У Гродні з 9 годин ранницы 11 кастрычника часово закрывается участок дороги от рынка Паудневы до скрыжавания Пагараны Кашилники. Такие меры связаны с проведением тут ремонтно-будаўничих работ и поширением дорожного полотна. Такая необходимость, означают специалисты, продиктована транспортной ситуацией у этом районе областного центра. Даденный участок дороги ведет до нового моста Празнёмын у Гродні, у Сходняга. Уведение у эксплуатацию стратегичного объекта ставило метой разгрузку инших транспортных магистралей города шляхом створения объездного кольца вокруг Гродна. Отповедно, побудована четырехполосная развязка до моста, что забеспечивает достатковую пропускную здольность транспорту. Однако от рынка Паудневы до Пагаран дорога удвоя вужей. Для попереджения автомобильных заторов принято решение сделать данный участок четырехполосным. Подрыхтовка до этого уже распочалась, отповедные службы приступили до демонтажу металличных отбойников. Активно ведутся земляные работы. Покуль руху автомобилю это не перешкаджая, а лес понеделка 11 кастрычника и до снежня участок перекрыют. Как охучивается, за этот час будет проведен потребный объем работ для поширения дорожного полотна до четырех полос и замены асфальтового покрытия.